Сообщение на пульт дежурного поступило в начале 9 вечера. По тревоге выехало 3 машины. Через 6 минут на месте пожара было первое спасательное подразделение. Огнем было охвачено деревянное строение во дворе частного дома на улице Терской. Из-за высокой плотности застройки возникла прямая угроза того, что пламя перекинется на соседние дома. Пожар получил очень быстрое большое развитие этой деревянной конструкции, и возникла угроза соседним строениям, зданиям, которые расположены буквально вплотную. Что затрудняло нам не только тушение основного очага пожара, а силы были направлены на защиту соседних домовладений. После оценки обстановки пожару был присвоен высший третий номер. При тушении было привлечено 23 единицы техники и более 70 человек личного состава. Канапским спасателям пришли на помощь коллеги из Новороссийского гарнизона и городские службы. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. Помимо частного дома загорелся соседний трехэтажный гостевой дом и магазин. Людей экстренно эвакуировали. На месте происшествия глава Анапы Юрий Поляков провел оперативное совещание. Была оказана помощь в дополнительном привлечении водополивочной техники. Соответственно, и своевременно мы запросили аварийные службы города, это Горгаз, электросети, которые незамедлительно приступили к работам по отключению газа, по обесточиванию электричества. Сейчас электро- и газоснабжение полностью восстановлено. Пострадавших нет. Очаг возгорания удалось локализовать за 2 часа. На месте происшествия работают специалисты исследовательской лаборатории МЧС. Она должна определить причину пожара. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.